В субботу свой 30-летний юбилей отметит студия моды «Глория». Ее история началась в 89 году с небольшого кружка кройки и шитья. Сейчас коллектив стал настоящим театром моды, где воспитывают талантливых юных кутюрье. Кстати, более 20 лет «Глория» входит в ассоциацию детских творческих объединений «Золотая игла», включающую лучшие детские театры моды России. Многие годы коллектив участвует и побеждает в престижных профильных конкурсах. С момента образования воспитанниками и педагогами вручную создано более 50 коллекций костюмов. Самые яркие из них зрителям продемонстрируют участники студии в 16:00 в киноконцертном зале Дворца детского юношеского творчества. Вход свободный. В этот же день отправиться навстречу звездам любознательных владимирцев приглашает планетарий. С 11 утра до 13:30 гостей ждут познавательные лекции-сеансы. С утра юные посетители от 7 лет узнают о секретах Луны, а затем всех желающих ждет рассказ о зодиакальных созвездиях. Любители искусства приглашают в выходные сразу на несколько новых экспозиций. В выставочных залах на Большой Московской, 59, можно увидеть картины членов Владимирского отделения Творческого союза художников России. Каждый из авторов работает в разных жанрах и технике, поэтому выставка называется «Попурри». Работать она будет до 24 февраля. В выходные посмотреть на картины можно с 10 утра до 5 вечера. В Центре пропаганды изобразительного искусства открылась выставка памяти знаменитого художника Петра Дика. В этом году мастеру исполнилось бы 80 лет. Произведения Петра Дика хранятся в Третьяковской галерее, Русском музее и многих других музеях и частных собраниях России и мира. Выставка пастели под названием «Формула чувств» будет открыта также до 24 февраля. Интересные программы выходные пройдут и в парках города. 19 января в Дружбе расскажут о традициях праздника Крещения. С 11:30 там начнется познавательная игровая программа. В это же время в воскресенье парк приглашает отметить необычный праздник – Международный день объятий. Подарить тепло и хорошее настроение предлагают всем желающим. В Центральном парке в воскресный полдень пройдет игровая викторина «Сказки водят хоровод».